Сервис на высоте. В Казанском аэропорту приступили к тестированию телетрапов. Собирали их в Швеции специально для Татарстана. Рукавами будут управлять автоматически, каждый оснащен датчиками безопасности. Новые коридоры будут присоединять к Боингам и Аэробусам. Сотрудники аэропорта прошли специальное обучение. По окончанию курсов они получили сертификаты. В ближайшее время откроют новый терминал, и тогда телетрапы начнут принимать первых пассажиров. Терминал 1 находится уже сейчас на стадии завершения. Уже завершены все отделочные работы, ведется установлено и смонтировано оборудование, и ведется его наладка. И в 20-х числах планируется запуск тестового рейса для отладки всех процессов.